Доброе утро! Вы смотрите «Снеданок» на канале «ЮА Донбасс». Меня зовут Грищенко Роман, я повар паназиатской кухни. И сегодня я вам покажу приготовление повседневного японского блюда мисо-суп с грибами. Для этого нам понадобится вода, мирин, рисовое вино, сахар, соевый соус, сыр тофу, водоросли вакаме, кунжут, зелень, мисо-паста и грибы. Стоит заметить, что все ингредиенты для приготовления данного супа вы можете найти в любом магазине. Основой мисо-супа является мисо-бульон. Для его приготовления нам потребуется 200 мл воды, 100 г фандаша, для мисо-бульона хандаши достаточно 1/3 чайной ложки. Хандаши – это гранулированный рыбный бульон. Основной рыбой для его производства является тунец. Далее в бульон добавляем немного сахара. Примерно 1/3 чайной ложки. В данном случае сахар является усилителем вкуса. В бульон добавляем мирин. 1 столовую ложку. Мирин – это рисовое вино. Сейчас мы добавим основной ингредиент мисо-бульона – мисо-паста. Мисо-паста – это продукт брожения соевых бобов. Далее в бульон нужно добавить соевый соус. Соевого соуса потребуется 1 столовая ложка. Следующий ингредиент – это будут грибы. В данном случае грибы устричные, то есть вешенки. В Японии предпочитают использовать грибы шиитаке. Вы также можете добавить шампиньоны или другие вам понравившиеся грибы. Следующий ингредиент – это сыр тофу. Сыр тофу также называют мясом без костей, так как его белковая ценность очень высока. На этом наш суп практически готов. Мы можем переходить к подаче. На дно тарелки мы добавляем водоросли вакаме. Перед подачей супа нам необходимо его украсить. Добавляем кунжут и лук. Наш мисо-суп готов. Приятного аппетита! С вами был Японский Снеданок. Смотрите Донбасс Лайв. До новых встреч!